Здорово, чем это видео полезно для тебя? Ты не только научишься играть песню Falling, но еще научишься играть сразу нескольким новым видом боев и переборов и тому, как их совмещать. Сейчас исполняю кусочек и приступаем к разбору. Мне в прошлом казалось, я вновь не смогу любить, но встретив тебя, я не смог чувства утаить. Для тебя моя вся душа, если дорог я, то получишь всего меня. Мне в прошлом казалось, я вновь не смогу любить, но встретив тебя, я не смог чувства утаить. Для тебя моя вся душа, если дорог я, то получишь всего меня. Расскажи, ты пойми, что чувства мне нужны вновь. Полюби, хочу я знать, что ты питаешь лишь любовь. До нашей встречи страдал, виск мне боль заглушал, и как мог я убегал, чувства свои я не скрою. Твой номер уже набран мною, ты знаешь, это все не забуду. Врать обещаю не буду, вновь я теряю рассудок. Ты для меня просто чудо, разум я потерял, ты мне одна нужна. Время есть только на тебя, и не хватает сна. Значишь, много ты для меня, так мало мне тебя. Кажется, сошел я с ума, ты мне одна нужна. Итак, приступим к разбору оригинальной тональности песни си бемоль минор. То есть вот шестой лад, ББМ аккорд. Или, по сути, если взять каподастр на первом ладу, аккорд АМ. Давайте покажу простые аккорды, но разберем потом и мою версию песни. Аккорд F, первый, аккорд E, аккорд АМ, аккорд G в припеве, в куплете аккорд C там, четвертый имеется в виду. В оригинале играется такая вот мелодия. То есть нужно зажать первую струну на девятом ладу, вторую мизинцем зажать на одиннадцатом ладу, да, и указательным пальцем зажать пятую струну на девятом ладу, дернуть пятую со второй вместе, потом первую, снова вторую и два раза первую. Еще раз. Меняем бас, спускаемся на восьмой лад. Здесь ровно играем пам, 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 пам. Дальше открытая пятая струна. В конце добавляем там, там, там. И безымянным пальцем зажимаем пятую струну на одиннадцатом ладу. Та-та-та-та-та-та. Запоминайте рисунок. Все, если играете в другой тональности, то спускаете на полтона или еще ниже. Мне в прошлом казалось, я вновь не смогу любить, но встретив тебя, я не смог чувства утаить. Для тебя моя вся душа, если дорог я, то получишь всего меня. Вот так звучит припев в оригинале, но кому-то это будет высоко, поэтому спускайте на полтона все аккорды, то есть без капа, и исполняйте припев. И, соответственно, мелодия уже будет тоже на полтона ниже, то есть двигайте влево. Припев рассмотрим. Простые удары вниз. За первым разом. За вторым уже играем бой. Простой бой восьмерка. Вниз, вниз, аккорд Е, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд АМ, вниз, вниз, аккорд G, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот и все. То есть после этого начинается первый куплет, но он уже поется высоко. Вот такая вот мелодия. Расскажи, ты пойми, что чувства мне нужны. Высоко поется. Вы можете на октаву ниже спеть, если я вам сейчас мелодию покажу. То есть расскажи и пойми, что чувства мне нужны вновь. Полюби,
хочу я знать, что ты питаешь лишь любовь. Вот именно по этой причине я нашел свою тональность. Ребята, пойте в разных тональностях, ищите свою, чтобы чисто попадать в ноту. У всех разный диапазон голоса. Кто-то поет высоко, кто-то низко. Поэтому надо искать свою тональность. Я нашел ее, и я пел в тональности фа диез минор. Теперь давайте рассмотрим аккорды, на которых я исполнял песню. Обои перебор можно применить в любой тональности. Аккорд D первый, второй аккорд C диез, четвертый, третий аккорд F диез минор и четвертый аккорд E. Ребята, надо прогрессировать, хватит сидеть на безбарышных песнях. Если что, есть разбор песни у Руслана Утюга на канале «Музыкант вещает» без барре, можете там посмотреть. Но приемы игры у меня будут совсем другие. Начинается первый куплет, он начинается с перебора. Восьмерка. То есть дергаем басовую, третью, вторую, третью, первую, третью, вторую, третью струну. Аккорд А. Можете также играть на тех аккордах простых, которые я вам уже показал. То есть все, что я показываю на своих аккордах, вы перенимаете к себе и исполняете так же. То есть расскажи ты и пойми, что чувства мне нужны вновь. Полюби, хочу я знать, что ты питаешь лишь любовь. Дальше начинается бой, но неполноценный, а вот такой приглушенный напалм мьют, то есть ребро правой руки у нас здесь действует при каждом ударе, чтобы приглушить звучание струн, мягкое звучание. Это продолжение куплета, то есть до нашей встречи страдал, виски мне боль заглушал, и как мог я убегал, чувства свои я не скрою, твой номер уже набран мною, ты знай, это все не забуду, врать обещаю не буду, вновь я теряю рассудок, ты для меня просто чудо. То есть сейчас покажу, как играется данный бой. То есть легко расслабить кисть и играть бой. Удар вниз, вниз. Но у нас вниз получается приглушенным. Просто ребром правой руки заглушаем звучание струн. Но в то же время бьем ногтем. Посередке бьем где-то вот на этих струнах от пятой по вторую. То есть вниз, вниз с ударом. Второй аккорд. Вверх, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. На полуприглушенных струнах, то есть руку не до конца поднимаем. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть первый удар вниз на приглушенных в то же время. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть у меня как будто медиатор, но вместо него у нас ноготь указательного пальца и подушечка указательного, внутренняя часть. Второй, точнее третий аккорд, F диез минор, то же самое. Аккорд А. Все, и поете уже. Если ты хотел очень сильно научиться играть песню Falling, но никак не получается, ты, допустим, новичок или вообще смотришь завороженно на мои руки и хочешь так же играть, то спускайся в описание, для тебя я оставил мои самоучители по вокалу и по гитаре. В домашних условиях, никому не мешая, самостоятельно научишься играть и петь, не стесняясь никого, и уже будешь исполнять свои любимые песни. Ссылочки в описании. Мы с вами уже поменяли несколько приемов игры, да? То есть сначала мы играли боем, восьмерка, потом мы играли переборчик в куплете в начале, сейчас мы играли полубой, наполнют в том же куплете. И сейчас продолжаем куплет, и мы уже играем перкуссионный бой. То есть... То есть очень просто. Делаем удар на аккорде D. Потом по верхней деке делаем бочку. То есть вот этим местом бьем. Но не оставляем руку на барабане. Отскакиваем.
и по деке бьем ногтями наши руки. То есть вниз вверх на блокированных. Следующий аккорд. Все. Разум я потерял, ты мне одна нужна. Время есть только на тебя, и не хватает сна. Все, после этой части начинается припев. Опять-таки играем за первым разом простыми ударами вниз. А потом играем полноценный бой. Мощненько, да? То есть все приемы перенимайте на другие ваши аккорды. На аккорд F. Ничего сложного. Сейчас разберем мелодию, которая поется в голосе, и на этом будем закругляться, чтобы долго не засиживаться. Покажу опять-таки в своей тональности, потому что в других тональностях очень высоко петь это место. Поехали. Конечно же, посмотрим сначала припев. Мелодию в припеве. Сыграть нужно ноту ля, ноту до диез, второй лад второй струны, первый лад третьей струны и четвертый лад четвертой струны. Очень простая мелодия. Мне в прошлом казалось, я вновь не смогу любить, но встретив тебя, я не смог чувства утаить. Для тебя моя вся душа, если дорог я, то получишь всего меня. В продолжение добавляется еще нота си, то есть... Что вам нужно делать, это петь эту мелодию, то есть мне найти эту ноту, чтобы красиво и чисто петь, не фальшивить. Вот именно нужно совпадать с этими нотами. Я. В куплете вначале нужно сделать большой скачок с ноты ми на ля и четвертый лад четвертой струны, то есть расскажи ты и пойми, что чувства мне нужны вновь. Еще раз. Расскажи ты и пойми, что чувства мне нужны вновь. Полюби, хочу я знать, что ты питаешь лишь любовь. Потом продолжается, типа рэпчик начинается, да, часть. До нашей встречи страдал, виски мне боль заглушал, и как мог я убегал, чувства свои я не скрою. Твой номер уже набран мною, ты знай, это все не забуду. Ну здесь 3-4 ноты обыгрываются, да? Если попадаете, все, можете даже не париться. Дальше маленький кусочек на 3 нотах, и все, потом припев. Разум я потерял, ты мне одна нужна. Время есть только на тебя, и не хватает сна. 4 раза одна и та же мелодия повторяется, и начинается припев. Я надеюсь, у вас все получилось. Дальше идет вставочка после припева этого. Он типа как второй куплет, но он маленький слишком. Я его играю боем восьмерку, но в 2 раза быстрее, как в песне «Мукка», которую я разбирал. Девочка с каре. Попробуйте вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И так на каждом из аккордов. В комментариях напишите новые заявки на песни, каверы. Обязательно подпишитесь на хижину, позовите друзей вместе учиться веселее. Друг другу показывайте, чему вы научились вчера вечером дома у себя. И развивайтесь. До скорых встреч. Пока.